И у матери все деньги списались. Ебать. Многие из них часто дублируются, а десятки прохождений анкет и редиректов все так же подтверждают теорию о том, что все эти введенные данные с почтами, телефонами, именами и паролями точно уплывут быстро в руки мошенников. И когда я в очередной раз проходил еще одну регистрацию, то обнаружил платформу, которая немного отличается. В более откровенную сторону. Скажем так, что данная площадка больше была похожа на сайт с девушками низкой социальной ответственности. Заполняя